зачастую проходил вот здесь, и где вот какая-то невнятная куча нынче, стоял киоск такой металлический. Здесь периодически торговали книгами. Каждый раз была лотерея, какие книжки новые, интересные здесь появятся. Валентин Катаев, Юрий Олешев, Рентинс Бэк. Она авторы, в буквальном смысле воспитавшие журналиста Илью Кочеткова. С ними он познакомился благодаря книжному ларьку, который уже давно исчез с географической карты города. Зато вместо него в двух шагах высится книжный гигант. Эпоху небольших павильонов Илья вспоминает с нежностью. Ну, например, на трамвайном кольце Докучаева тоже была череда киосков. И был киоск звукозаписи. У меня не было магнитофона в самом конце 80-х, я еще маленький был совсем. Я все новинки музыкальные от группы «Мираж» до группы «Кино» узнавал, проходя мимо, поскольку из этого киоска неслись песни, вот свежепоступившие буквально. От целой плеяды торговых павильонов на Чкалова осталась груда металлолома. Администрация потребовала снести помещение. Равнять с землей киоски начали с декабря прошлого года. В советские времена прямо на этом месте стоял большой железный киоск. Его еще называли «Уралочка». Повара студенческой столовой медицинского института продавали здесь всевозможные яства. Барнаул, собственно, как и вся Россия, во времена СССР был усыпан деревянными киосками. Со временем торговые помещения эволюционировали в железные коробки «Уралочки». В них можно было купить все, что вздумается, вспоминает краевед Сергей Ужакин. Советские киоски, они продавали практически всю линейку, от иголок до пирожков. Были так называемые домашние кухни, когда столовые готовили там тесто, отваривали морковь, свеклу, картофель и выносили и продавали. То есть хозяйка бежит с работы, заходит, уже отварной картофель приносит домой. Уличная торговая жизнь уже давно перебралась в торговые центры, но изредка попасть в прошлое все же можно. Отголоски 90-х в городе еще сохранились. Так, на улице Некрасова больше 20 лет стоит продуктовый киосок. Но совсем скоро эти киоски останутся лишь в наших воспоминаниях, а вместо них появятся те же пункты выдачи интернет-заказов. В том, что киоски сносят, большинство ничего плохого не видят. Говорят, лишь бы на их месте не появился очередной большой монстр. А вот отдать павильонную землю под зеленую зону с лавочками и скамейками стоило бы. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский, Алексей Фризин. День с толком.